Это программа «Дон православный» в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Нравственные ценности и будущее человечества. На Дону готовятся к проведению 22-х Димитриевских чтений. Склад гуманитарной помощи открылся на территории прихода в честь иконы Божией Матери-Целительницы. Жизнь по ту сторону колючей проволоки в материалах наших корреспондентов. В начале ноября в Ростовской области стартуют 22-е Димитриевские образовательные чтения. Это один из региональных этапов подготовки к международным рождественским чтениям в Москве. Тема определена – нравственные ценности и будущее человечества. На минувшей неделе состоялось первое заседание организационного комитета. О том, каким в этом году будет крупнейший на юге России образовательный форум, узнала наша съемочная группа. 22-е Димитриевские образовательные чтения изменят свой формат. Об этом сообщил митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий на первом заседании Организационного комитета образовательного форума. В этом году сроки его проведения вышли за привычные рамки. Секции начинают работать уже с 1 ноября, а закрытие состоится 11 ноября. Тема чтений, вы знаете, утверждается Высшим Церковным Советом, а затем Священным Синодом. И 26-е международные рождественские образовательные чтения в Москве запланированы с 24 января по пятницу 26 января 2018 года. Предстоящий форум будет посвящен теме «Нравственные ценности и будущее человечества». Димитровские чтения в соответствии с положением являются региональным этапом международных образовательных рождественских чтений. Они имеют ту же самую тему. Подобные темы позволяют наладить эффективную работу с исполнительной и законодательной властью. Мы работаем в такой системе, когда консолидируются усилия церкви, государства, общества ради достижения очень высоких и благих целей. И эта консолидация и дает нам мощный и хороший результат. По большому счету этот форум, он ставит задачи, формулирует цели на целый учебный год для всех, для нас. Из нововведений. Теперь количество пленарных заседаний сократится до минимума. Только одно – на закрытии. Торжественный концерт также будет 10 ноября. В этом году ожидается выступление Большого митрополичьего хора. Он отмечает свой первый юбилей – 5 лет. Апофеозом всего концерта будет выступление с симфоническим оркестром под управлением Андрея Анатольевича Механова. Мы хор благовенства, плюс, если отец ректор позволит, это будет еще и смешанный хор семинарии, то есть от митрополии. Это будет достаточно большой такой смешанный хор. И плюс еще хор театра. Такое масштабное выступление уникально для всего региона. Торжественная церемония закрытия станет культурным событием для всей Ростовской области. Не просто мероприятие, оно должно, конечно, запрасить и в душу, и в сердце, и быть тем локомотивом, о котором говорил Игорь Александрович, для того, чтобы еще раз задуматься, вспомнить, для чего мы на этом свете. В процессе обсуждения митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подчеркнул, что может организовать выступление Большого митрополичьего хора в Кремлевском дворце. Также он внес предложение открыть бесплатный проход в Ростовский музей для участников 22-х Димитриевских образовательных чтений. Следующая встреча организационного комитета намечена на 27 октября. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон православный». И в продолжение темы. Образование детей – это труд не только учителей, но и родителей. Об этом митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий говорил на встрече с педагогами и родителями воспитанников средней Свято-Георгиевской епархиальной православной школы. Это учебное заведение должно стать важным звеном в новой системе непрерывного православного образования – от детского сада до высшего учебного заведения. Количество воспитанников планируется увеличить до 300 учеников. Как подчеркнул глава Донской митрополии, на базе Свято-Георгиевской православной школы будет функционировать целый образовательный кластер.
Три раза в году совершается празднество в честь Владимирской иконы Божией Матери. Но чудес, связанных с этой иконой и достойных празднования, гораздо больше. В день Сретения Владимирской иконы Божией Матери мы побеседовали с настоятелем храма в честь иконы Божией Матери Владимирская, который расположен в юго-западном благочинии Ростова. Сама икона по преданию написана евангелистом Лукой из доски, на котором, из доски стола, на котором трапезовала Божия Матерь с Господом Иисусом Христом и с Иосифом Обручником. Вот. Какое-то время икона находилась в Иерусалиме, потом она попала в Константинополь, и, наконец, в 1131 году икона была передана святому князю Мстиславу. Вот. Затем уже сын Юрия Долгорукова, Андрей Боголюбский, перенес икону во Владимир и поместил ее в Успенский собор. И с этого момента икона получила наименование Владимирская. Вот само празднование иконы у нас в году, торжественное празднование, это вот 3 июня, 6 июля, и самое торжественное празднование – это 8 сентября, когда в Русь вторглись войска Тамерлана, грозного завоевателя, который покорил пол Средней Азии, очень множество стран, славился своей жестокостью, и Русь, которая еще не крепла до конца после Куликовской битвы, получила известие вот о таком грозном полководца, который движется на Москву. Вот. И тогда было решено по совету митрополита Киприана, чтобы в Москву была принесена Владимирская икона Божией Матери. 10 дней шел крестный ход, и вот по дороге люди из окрестных деревень выходили, становились на колени и просили Матерь Божию спасти землю русскую. Вот. И в то самое время, когда жители Москвы встречали икону Пресвятой Богородицы на Кучковом поле, вот у Тамерлана было видение во сне. Он увидел высокую гору, с этой горы спускались святители с золотыми жезлами, и в дневном свете появилась величавая жена. И когда он в ужасе проснулся, то стал спрашивать у мудрецов, что значит это видение, то значит, людям объяснили, что величественная жена – это Пресвятая Богородица, великая защитница христиан. И Тамерлан после этого видения повернул свои войска обратно. То есть тот полководец, который не знал поражения, вот чудесное заступление Пресвятой Богородицы, Москва и наша страна была спасена от разорения. Центр гуманитарной помощи Ростовской-на-Дону епархии теперь в северо-западном благочинии. Он открылся на минувшей неделе на территории храма в честь иконы Божией Матери-Целительница. Подробности у Марианы Баштовой. Пение тропаря кресту и молитвы за Отечество – такие родные для каждого христианина слова. Активисты молодежного центра храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Целительница и сестры милосердия приходов северо-западного благочения возносят молитвы об избавлении православных христиан от бед и несчастий, о том, чтобы Господь охранял нас своим крестом. Повод для торжественного молебна очень важный. У нас отдельно стоящее здание, куда вместилось, значит, комната для сестричества на первом этаже, а на втором этаже склад. Склад гуманитарной помощи. Двухэтажное здание было построено в кратчайшие сроки, меньше чем за полгода. Экскурсию проводит Марина Перекова, помощник благочинного северо-западного округа по социальной работе, еще и сестра милосердия. По мнению девушки, именно Господь призвал ее к этому делу. Оставив основную работу, она полностью посвятила себя служению церкви и людям. Бывает, что человеку действительно не так продукты нужны и вещи, как просто, чтобы кто-то с ним пообщался, внимание ему оказал. Ну, просто пожалел даже. Вот ради этого мы здесь и трудимся. Открытие этого центра гуманитарной помощи – давняя необходимость, уверен отец Евгений. Именно ему принадлежала эта идея. Занимаясь оказанием помощи людям на протяжении многих лет, батюшка приводит свою статистику. Если прошлый год, позапрошлый год, там, просто просителей приходило там, 50 человек в день, там, 30 человек в день, то сейчас это 100. Вот, каждый день 100 человек в Центр гуманитарной помощи приходят, и приезжают они из различных районов, приезжают из области.
Вот, и поэтому еще раз подчеркну, что необходимость в открытии новых центров в каждом районе очень большая необходимость. Охватить весь город и даже область – такая задача стоит перед отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Епархиальный центр гуманитарной помощи на Орбитальной переполнен. На протяжении 3 лет склад ни разу не закрывался. Объемы растут – продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены – все необходимое для первой помощи людям. Но главное – это работа с так называемыми просителями. Как и этому центру, так и нашему, так и многим другим центрам, я желаю, чтобы выдача заключалась не только лишь в этом, просто то есть, общение с этим человеком заключалось не только в выдаче помощи, а чтобы этого человека старались социализировать, то есть его привлечь к каким-то приходским там, трудам, может быть, дать ему веник, там, лопату, то, что, чтобы человек потрудился. Сегодняшнее событие должно послужить добрым примером для других приходов и благочений. Служение ближним, на него требуется не только время, но и огромные сердечные силы. Об этом знают активисты молодежного центра храма в честь иконы Божией Матери-Целительница, которые активно взаимодействуют с сестричеством. Вот такое расширение, оно помогает нам как бы вводить новую деятельность, вот в деятельность нашего молодежного центра, например. Вот, так что мы очень рады, конечно, и приглашаем всех желающих в наш молодежный центр, в наше сестричество. Приходите к нам, у нас очень хорошо, очень интересно, и мы стараемся помогать людям. Апостол Павел обращается к коринфянам. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». Понимание важности служения ближним должно воспитываться с детства. Это мне бабушка шила. Ну ты уже чем-то помогаешь, да, уже здесь в храме? Ну да. Ну что ты такого делала, расскажи. Ну, я везде убирала. Умничка. Здорово. А ты уже знаешь, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Ну да. Ну, взрослый. Марьяна Баштовая, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный». В Ростове стартовала акция «Добрый Ростов». В течение 2 недель благотворительные фонды, организации и просто неравнодушные горожане будут дарить свое время и силы тем, кому необходима помощь. На открытии побывала и наша съемочная группа. Авторские игрушки ручной работы, картины, экологически чистое мыло. То, что в магазинах выльется в круглую сумму, здесь можно приобрести за пожертвование. Акция «Добрый Ростов» 2-й год подряд открывается в самом центре Донской столицы. На благотворительной ярмарке представлена деятельность более 20 благотворительных фондов. У каждого из них свои подопечные, о которых они готовы рассказать всему городу. Наша организация «РГУ «Надежда» объединяет 147 детей-инвалидов. Мы хотим показать, что наши дети не только хотят взять что-то, им нужна помощь. Им помощь нужна, но они сами дать много очень могут. Посмотрите, какие у нас изделия замечательные. Какие мамы замечательные участвуют в мастер-классах. Собираем подгузники для детей отказников, а также средства на нянь для отказников. Вон уже сколько подгузников принесли. Получается, подгузники будут направлены в больницы 4 городов Ростовской области для отказников. Это Таганрог, Оксаново, Черкасская шахты. Для гостей парка «Революции» проходят мастер-классы, где они могут освоить азы разных видов творчества. Здесь же можно стать волонтером и помочь тем, кому невозможно отказать. Ну, хорошо, когда есть, тебе дают возможность помочь, когда ты не лезешь сам со своей помощью, а когда эта помощь по обстоятельствам сама находит тебя, когда тебя просят об этом, и это адресно, по делу и действительно полезно. Это только начало. Впереди еще 2 недели добрых дел. Присоединиться к акции можно до 17 сентября. Анна Глебова, Марьяна Баштовая, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный». Умение сохранять любовь к жизни и радость в любой ситуации продемонстрировали девушки из исправительной колонии номер 18. В течение всего лета осужденные участвовали в соревнованиях и боролись за медали. В минувшую субботу они подвели итоги на традиционном ежегодном закрытии Олимпиады. Танцы, песни и целые театральные представления. В числе членов жюри руководитель отдела по тюремному служению иерей Александр Кушнир. Ну а подробности расскажет моя коллега Анна Глебова.
Это не КВН, это лучше. В этом уверены сотрудники женской исправительной колонии номер 18 в Азове. Барбарики, бременские музыканты, славяне, Али-Баба и 40 разбойников. Четыре команды, каждая из которых представляет свой отряд. Названия выбраны не случайно. В этом году тема «В гостях у сказки». Все, сценарий, исполнение, декорации, костюмы делается руками осужденных. Это сезон спортивных игр. Как бы все лето проходит, у нас спортивные соревнования на плацу учреждения. Вот. И, естественно, происходит такое вот празднование, когда мы ее открываем, либо закрываем. И все. И тут пошел просто полет фантазии. Естественно, процесс трудный, кропотливый, трудоемкий, как еще назвать, я не знаю, но достаточно увлекательный. Где жители цветочного города могут найти добро? Команда «Барбарики» из первого отряда попыталась помочь Незнайке, Пончику, Пилюлькину и другим сказочным героям понять, добро нужно искать не в тридевятом царстве, а внутри себя. К подобным выводам начинающие артистки приходят вместе. А это выступление четвертого отряда «Али-Баба и 40 разбойников». Сказка, которая позволяет с головой уйти в тонкое дело Востока. Эй, девушки, красавицы, вы нам очень нравитесь. Но хочу позвать я всех мир загадок и чудес, где улыбки дарят радость, там турма и сердце сладость, есть Пенсильская гора, жемчуга и береза. Герои русских народных сказок и былин нашли свое отражение в исполнении харизматичных актрис третьего отряда. Сильный и непоколебимый Илья Муромец, крепкий и надежный Добрыня Никитич и... Алеша Попович! Такой командой под названием «Славяне» артистки третьего отряда освободили отечество от иноземных злодеев. Настоящий триумф устроили бременские музыканты. Иронический стихотворный конферанс от остроумных шутов, массовые танцы, акробатические трюки, зажигательные песни привели команду второго отряда к победе. Заветный переходящий кубок и звание лучших. Теперь на год в лапах сказочных кота, петуха, осла и собаки. Как уверяют артистки, рецепт такого успеха прост. Потому что мы любим. Бременские музыканты. Да. Скажите, у вас есть кто-то профессионал, кто-то танцами занимается? Нет, все самоучки. Собачка в тотус не тот. Нет, это был обман. Медали и кубки здесь действительно не главное. А соревнования только мотивация для саморазвития. На мгновение не только зрители, но и сами актрисы могли забыть о том, в каком учреждении они находятся, и просто дать волю фантазии и талантам. Чувствуется студенческое такое настроение и искрометность, и позитив, и радость, о которой мы знаем, что радость есть плод Святаго Духа. И Божье благословение будет всегда пребывать здесь, когда люди делятся этой радостью, любовью, миром, поддерживая друг друга в трудной ситуации. Это имеет огромный воспитательный эффект, потому что на протяжении 3 месяцев осужденные находятся в постоянном контакте друг с другом. То есть они занимаются разработкой танцев, это про бесконечные репетиции, которые по вечерам. То есть они знакомятся друг с другом более плотно в этот процесс. Выявляются какие-то особенные таланты у спецконтингента. Следующий большой концерт ждет осужденных в период празднования Нового года. Анна Глебова, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный». Едиными устами и единым сердцем прославить Бога и причаститься святых Христовых тайн. Верующие собираются в храм на божественную литургию именно для этого. Так они следуют примеру святых апостолов и самого Господа. Наша съемочная группа побывала на богослужении в Вознесенском храме при Ростовской исправительной колонии строгого режима номер 2. Храм в честь Вознесения Господня. Он находится на территории Ростовской исправительной колонии строгого режима номер 2. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе мою Господа. Она существует с 1947 года. Храм построен при участии Ростовской-на-Дону епархии руками самих осужденных. Сегодня здесь их более 2000 человек. Так, милостивый, чеголь, без Бога и сил,
и Тебе слава славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и веки веков. Исповедь. Почти все присутствующие на молитве участвуют в таинстве. Алексею 28 лет, из благополучной семьи. По словам молодого человека, именно родительская любовь повлекла за собой негативные последствия. Никогда не наказывали, слишком много внимания было уделено юноше. Признается, что стал эгоистом, сам того не понимая. В колонии пребывает порядка 8 месяцев. До свободы осталось чуть больше 2 лет. Без разницы, где ты находишься. В местах лишения свободы, либо на курорте, или просто ты в хранилище с деньгами лежишь. Это не сравнить ни с чем. Вот это Божья благодать, это богатство. Когда Бог тебя любит и награждает тебя вокруг любимыми, родными людьми. Я помолюсь обязательно за то, чтобы кто действительно пытается найти Бога в себе, в сердце в своем, чтобы он поскорее к себе привел. Либо для того, кто не пытается, чтобы все-таки когда-то случилась не очень болезненная в его жизни ситуация, чтобы он пришел к Богу, чтобы это не было связано со здоровьем, как обычно, чтобы у него появилось время в этой обыденной жизни, при без травм и с хорошим телесным и душевным сознанием прийти к Богу. Мне, корреспонденту, был задан вопрос от сотрудников колонии, верю ли я в искренность чувств осужденных. Я решила переадресовать его тем людям, которые бывают здесь регулярно. Отец Роман по ту сторону колючей проволоки бывает 2-3 раза в неделю. Свое тюремное служение молодой священник несет с 2014 года. Люди сюда приходят искренне, действительно. Если, конечно, люди, которые к ним приходят, тоже искренние. Вот. Если люди, которые пускают их сюда, тоже искренние. Они человеку, который вот попал в осуждение от всего общества, попал в заключение, который лишился всего, родственников, близких, знакомых, ему нельзя лишиться Бога. Это не просто какая-то реабилитация. Это возможность стать совсем другим. Это возможность изменить свою жизнь. И если сюда подходить не искренне, идти к ним, то, конечно, от их искренности не стоит ждать. А если человек, который приходит в тюрьму, дает им какой-то свой свет, евангельский, да, то, конечно же, и сами люди только искренне останутся. Лицемеров не будет здесь, потому что они здесь ничего не найдут. Воспользуются получить от храма, от церкви что-то больше, кроме тела и крови Христовой, невозможно. Понимаете? Это же не пункт какой-то социальной помощи, не пункт выдачи лекарств или какой-то психологической беседы или еще что-либо. Нет. Это здесь дается спасение, исправление, здесь дается сам Христос. Ивану 36. Он показывает уникальную икону святителя Николая, которой 300 лет. Срок отбывания наказания – 8 лет и 6 месяцев. До свободы остался год. В храме бывает каждый день. До того, как меня посадили сюда, я занимался строительством храма в Екатериновке, в селе Матвеевка, Курганский район. Мы изначально с братом приехали туда, там не было, церковь старая, не было там ничего, знаете. И начали восстанавливать ее, восстановили ее, я вот там поработал. Потом получилось так, что меня посадили. Когда пришел сюда, здесь также я начал, трудиться во Слово Божие, как говорится, здесь, в этом храме. Вот, со своими руками, вместе с человеком, мы нарисовали вот эти окна, стекла. Вот их раньше, изначально, когда я пришел сюда, здесь было 2 лампадки. Сейчас их 10 у нас. Да, подсвечники вот эти красим своими руками. За божественной литургией пел хор Свято-Донского мужского старочеркасского монастыря. Когда-то и отец Александр был певчим. Приезжал, чтобы стоять на клиросе в тюремных храмах. Сегодня у него другая миссия. Церковь не забывает чад своих нигде. Как говорит нам Священное Писание о том, что для Слова Божия нету уз. И Слово Божие приходит сквозь стены и приносит людям жизнь. И приносит истину, ибо истина есть Слово Божие, которое делает человека свободным, несмотря на то, что его физическая свобода ограничена, но духовно он обретает свободу и имеет возможность
прийти к Богу, почувствовать Божие присутствие в каждом моменте жизни. И на этом наш выпуск завершен. Я, Андрей Рослый, с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.